Друзья, некоторые из вас в комментариях под видео спрашивали, на какой карте где находится элеватор. Некоторые также писали, что на некоторых картах не хватает элеватора, либо он вас не устраивает, либо он находится далеко, либо он очень и очень неинтересный, вам хотелось бы что-то поставить свое из статичных объектов. Пожалуйста, вашему вниманию вот такой вот чудеснейший элеватор. Все анимировано, все открывается. В общем, друзья, вот такая вот интереснейшая вещь, конструкция. Если у вас прицепы тракторные, либо с боковой разгрузкой, вам вот в эти, друзья, ворота. Если у вас грузовичок наподобие ЗИЛа, который стоит у нас на улице, вам вот сюда, именно с задней разгрузкой. Здесь все открывается, все также поднимается, можно поднять, друзья, рампу. Рампа поднимается с обеих сторон, что с этой, что и с этой стороны. Есть вот такой вот рубильник, мы его нажимаем, и он у нас поднимается. И с той стороны аналогичным способом можем также поднять грузовик, если не хватает, если вы хотите прям все в реальности. Но он может разгрузиться и так, в принципе, без рампы. Давайте продемонстрирую, как это все, друзья, выглядит. Заводим наш ЗИЛ. 10 кубов у нас пшеницы уже есть. Заезжаем. Появляется значок разгрузки, нажимаем клавишу I. Все, ЗИЛ у нас разгружается. Ну и для большего реализма давайте все-таки поднимем его повыше. Отлично, отлично. Сколько же этот элеватор стоит, какова его вместимость, давайте посмотрим вместе. Значит, раздел у нас элеваторы, статичные объекты. Вот у нас этот большой зерновой элеватор, стоимость его 180 тысяч долларов. Емкость 200 тысяч литров, друзья. Но если вам этой емкости мало, есть очень необычный скрипт для расширения кузовов, грузовиков, для расширения, значит, элеваторов и тому подобное. Ну или в любом случае вы можете поставить расширение для элеватора где-нибудь вот здесь с краю. И вот, допустим, вот так вот мы это все дело наставим, и элеватор у вас будет вмещать куда в разы больше, чем он предназначен для этого. Все это можно практически легко сделать, лишь бы хватило денег и лишь бы было куда это все дело примастырить, если у вас есть вот такая большая площадь, как на карте Новгородовка. Друзья, не забываем поставить лайк, не забываем подписаться и заглянуть в группу ВКонтакте. Друзья, всем хорошего настроения, всем удачи, всем пока!